здесь проблема. Луну попытаться как-то развить атаку. Фату там пробили, но ничего страшного. Луну закрыли. Евар раскрутить. Удар не попадает. Немножко здесь Луна все правильно делает. Мы должны ее забрать. Нет, щиток. Хорошо отыгрывает здесь Абадон. И на развороте Фата. Большие проблемы. Очень легкий килл. Кстати, это ошибка по факту. И Луна должна выживать. Ну да, тут против Абадона неприятно стоять, особенно третьего левела. И дальше за Еваром погоня. Это Евар-то здесь еще раз не погибнет случаем. Евар может тоже погибнуть. Да, хорошо, против МСС сейчас драка. Абадон должен выкилить Луну 100%. И МСС, это круто. Вот что сейчас они делают, на самом деле-то... Ну ладно. Прям накрывают со всех сторон. Евар еще тоже ловит. МСС должен сейчас ее как-то попытаться подцепить. Сноубола нет, ничего нет. И вероятнее всего Луна сейчас должна... убежать, хотя нет, Евар, ну никуда она не убежит, да, ну а как выигрывать там говорили, да. Ну, как будто бы, знаешь, это саппорт, но это не саппорт, к сожалению. Внизу должны почти уже были скушать тавр, пролетает сюда команда. Кстати, у Фэлт огромные проблемы, закатывается шикарно туда МСС. Что ж ты творишь, мой друг, ты просто уничтожаешь своих оппонентов. Так круто ломает всю позиционку, которая только могла бы быть. Погоня здесь за белочкой, как же больно. Ой-ой-ой, просто ужас на самом деле. И Пангольер здесь должен загонять ее, вряд ли куда-то она уже уйдет. Да, вот, собственно, с помощью своего шаба. И видишь, моментально собьют Black Hole. Просто моментально. Там опять тот же самый, да, роллинг болдер через дагер. Тебе просто в лицо прыгнут на роллинг болдере, и все. Ну, может, он думал просто, что тут Пангольер башен ранее соберет, поэтому не стал просто даже заморачиваться, делать так. Оп, принесается. Поэтому брать пак нормальный выбор. Подбили. Да, можно еще кого-нибудь здесь убить. Шой тоже пока что под ультимейтом поживет. Евар выходит на перерез. Шой никуда здесь не денется. Скорее всего, сейчас будет раскрутка. Идет давать Black Hole Enigma. Нет, все-таки остановилась, развернулась здесь. Тем временем у Луны огромные проблемы. Ну и, собственно, это минус Луна. Инвиз подбирает Москвин. Идет вперед, невидимости. Варпак, кстати, есть. И это... ничего не изменит. А вот дальше подцепили Энигму. Энигма огромные проблемы. И Энигма сейчас дает закон. Господи, как же она крутит. Но на самом деле не крутит, потому что не может она это выиграть. Ну никак не может. Гонятся здесь за белочкой. Белка бежит в леса и спасается. Вексон пока что не спасается. Залезь уже в дупло. Давай, живи. Но нет, пытается выпрыгнуть. Не есть. А, вот этот... Ну ладно, не будем об этом, а то нас сейчас заклюют. Я бы сейчас, конечно, рассказал, что в этом что-то есть, что, в принципе, это тоже добавляет свою атмосферу этой игре, что дота, в принципе, из-за этого тоже достаточно такая привлекательная. Лизла вот здесь, это минус Энигма. Да, Евар, конечно, я думаю, просто кайфует от этой игры. У него шикарный пик по итогу оказался, да, и ты постоянно можешь прилететь в любой Black Hole. Они засноуболили так, что там ни о каком БКБ вообще речи не идет. Здесь легкая лагуна Блейд и, конечно же, забирать. Да, куда ты собрался улетать? Никуда тебя не отпустят, Абадон. Абадон тоже забирает. Дальше здесь пытается как-то еще кого-нибудь убить. Нет, Евар. Евар, огромные проблемы, кстати, его должны здесь попытаться заковырять. Там есть пиздец, что какой же реген огромный все-таки с раскрутки пошел. Никаких шансов. Никаких шансов. Избиение просто для Лины. В любом случае, это интересно всегда. И уже позволяет делать выводы для следующих встреч. Так, в смоках выход от Фелдс. Могут попытаться здесь забрать Лину. Получится или нет? Там, кстати, вообще нет маны. Но на БКБшку хватит. Но там Аигис, конечно. Это не важно. Как Залислава пытается сейчас через Ролен Голдер просто подцепить, убивать должны здесь Лишрака достаточно легко. Что это такое? Это кажется Black Hole прямо сейчас будет? Нет, все-таки не будет. И это ультракил уже. Может быть Рэмбэш? Может быть Рэмбэш? Это было бы неплохо. Прямо сейчас. Это Рэмбэш на нашем турнире. Ой-ой-ой, как же хорошо. Должны закрывать здесь Лишрака. Лишрак, это вторая рампашка, кажется, прямо сейчас. Нет, все-таки МСС ворует второй Рэмбэш. 23 на... Ну, ладно, все. 13 уже. Ну, 9, 7, 6, 5. Что это? Это отчет до сноса трона или что? Ползунок в доте просто заработал в нужную сторону. Да. Будут переобуться, да. Здесь Лина, Луна. Вот и БКБ на Луна и Лина. Реализованы. Какие-то прям...
Вот несуразицу нам показывают. Тянут время Фелп. Да. Хотят, чтобы Соник заслали. Устали. Да. Фонтан. А тут сейчас АЕС будет убиваться. Сделали камбэк. А вот он... О, хороший! По всем почти, кроме Пангалера, там нет пока что еще. Ваша рану моментально сбивают его. И как же больно! И сбивают, точнее. Нет, мы ничего и не сбили. Лишь вот тоже здесь должны забрать. Даблкил, это ГГВП. Все-таки Фелл набрались мужество, написали две заездные буквы. И отправляются в нижнюю сетку. А Соникс отправляется дальше по сетке венеров. Пока что все очень легко.